Власти Молдовы хотят запретить День Победы. Накануне Молдавская парламентская комиссия одобрила проект соответствующего закона. Сегодня его рассмотрели. Некоторые недовольны, выходят на протесты. Кишинев. Перед зданием парламента собрались люди. Они выступают против отмены Дня Победы в Молдове и переноса даты праздника. То есть правящее большинство не просто плохо учило историю, они путаются совершенно в смыслах. Они не понимают, что такое Вторая мировая война, что такое Великая Отечественная война. То есть они все в кучу просто смели. В Кишиневе на улицах много полиции. Пытались заблокировать протесты, запретили использовать колонки. У посольства Франции в Молдове люди развернули Знамя Победы и плакаты «Мы не позволим вам забыть». Конечно, это будет трагедия. Конечно, мы все будем делать все возможное, что от нас зависит, для того, чтобы это не случилось. Если хотите, для того, чтобы в Европе, которая отмечает этот великий праздник, нас услышали, чтобы они сделали вывод, что под флагом европейской интеграции молдавская власть фактически возрождает нацизм. Год назад в Молдове запретили Георгиевскую ленту. Тогда президент Молдовы Санду отправила один из главных символов Великой Победы, цитата, на свалку истории. Сейчас готовятся к европейскому саммиту и прячут памятники. Накануне скрыли бюсты Карлу Марксу и Георгию Димитрову, а памятник Ленину закрывали баннером. Главное – это внести раздор среди людей и попытаться сместить акценты, да, от насущных проблем. Ведь те, кто не могут ничего сформировать в будущем, в настоящем, они начинают бороться с прошлым. Что, собственно говоря, и делает нынешняя власть. Сам Евросаммит пройдет 1 и 2 июня в Бульбоках. Местные столкнутся с ограничениями. Передвигаться можно только с документами и по согласованию с полицией. Будут проверки, а Кишиневский аэропорт и вовсе закроют.